Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Затобольске Кустанайского района в самое ближайшее время может быть перенесен вновь. Изначально он был установлен на центральной площади поселка, но после начала ее реконструкции его перенесли именно сюда. Памятник уже несколько лет стоит возле здания Кустанайского районного энергоцентра. И, в общем-то, не на окраине поселка, а на центральной улице. Однако районный совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда обратился к акиму Кустанайского района с просьбой перенести памятник вождю пролетариата в более массовое и подходящее, по их мнению, место. К истории относиться так нельзя. Никто еще не может отрицать и не отрицал, и не будет, наверное, роль личности в истории. Личности разные есть и разные отношения к ним, но это кусок нашей истории. Нельзя забывать, что Ленин имеет прямое отношение об автономизации. Первым декрет подписал Владимир Ильич Ленин Казахстана, а потом уже пошла республика и все. Да потом с этим человеком связана большая часть жизни вот старшего поколения, конечно. Вот и как-то опустошить все это, ну нельзя, просто нельзя. Заместитель акима Кустанайского района Баужан Кобжасаров отметил, что по этому вопросу все еще идут обсуждения. К примеру, на прошлой неделе прошли общественные слушания, создана комиссия и даже определено примерное место, куда можно перенести памятник Ленину. Было предложено перенести данный памятник, мемориал «Тыл фронту», который находится в поселке Затобольск, тоже по улице Калинина, установить там этот памятник с последующим его благоустройством, содержанием. И как бы это же память нашей истории. Для этой цели нам мы как бы хотели их восстановить, установить и, соответственно, потом с последующим их содержанием. Сегодня памятник Владимиру Ленину в Затобольске, как отметили в районном акимате, ни на чьем балансе не числится. И с этим связано его нынешнее состояние. Однако после переноса власти намерены всерьез взяться за восстановление этого памятника. Тем более, что, как подчеркнули в акимате, памятник Ленину переедет на новое место уже до конца текущего года. Сакен Нурмаханов и Татьяна Калюжная, РТН, Кустанайский район.